В Лос-Анджелесе перед зданием штаб-квартиры полиции прошла акция протеста против действий стражей порядка, застреливших бездомного чернокожего, по некоторым данным, выходца из Франции. В акции участвовали примерно 150 человек. Они считают, что инцидент сделал для всех очевидными чрезвычайно грубые методы, которые полицейские используют при работе с бездомными людьми. Мы нуждаемся в лучшей подготовке полицейских. Нам необходимы профессионалы в вопросах работы с неуравновешенными людьми, заявил представитель полиции. Трагический инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. 39-летний бездомный был застрелен в минувшее воскресенье. По некоторым данным, он пытался выхватить табельное оружие у стражи порядка. Мужчина провел в тюрьме 14 лет за ограбление банка и вышел на свободу в мае прошлого года. В минувшем году волну возмущения вызвало убийство белыми полицейскими чернокожего безоружного подростка в городе Фергюсон. В ходе расследования Минюст США обнаружил свидетельство расовой предвзятости стражей порядка Фергюсона.